ξυπνάω και πρέπει στη δουλειά να πάω. Всем доброе утро! Мы сегодня собираемся смотреть квартирки в Греции. Будут несколько очень интересных вариантов. Я думаю, вам понравится это видео. Я не могла не отметить компанию Muzinelis, которая нас встречает здесь, провожает везде, возит. Это у них собственные автобусы, комфортные, с Wi-Fi. Я действительно загружала видео, прям сидя в автобусах. Компания Muzinelis существует 20 лет уже. Собственные авиакомпании Elinair, собственно, на которые мы прилетели сюда, сами отправляют, сами принимают русскоговорящие гиды. И на каждом этапе нашего путешествия чувствовалась забота и внимание, вот честное слово. Мы с мужем просто в восторге. Сейчас отправляемся смотреть квартиру. Мы приехали посмотреть квартиру, нам за какую стоимость покажут? Ну, сейчас скажут, по-моему, около 60 тысяч 50 евро. 50 чем-то тысяч евро, да. С видом на море, между прочим. А это относительно новое, да? В каком году было построено? Это 2008 года, одна спальня, гостиная с кухней, санузел и две веранды. Квадратный, 40 квадратов, мне кажется, и цена 69 тысяч. Не считая балкона, да, 40 квадратов? Да, да. Именно жилая площадь. Здесь санузел. Такое ощущение, что здесь никто не жил, да, никогда? Ну, редко использовал. Здесь иностранцы живут, русские, но сейчас их нет. Это именно квартира для отдыха, не для проживания. Ну да, конечно. Приезжать, отдыхать и в своем доме. То есть это хорошее предложение. Может, это чуть дороже, чем что-то обычное. То есть 40 квадратов, 69 тысяч, это чуть больше, чем 1000 евро за квадратный метр. Но с другой стороны, она рядом с морем. Мы сейчас спустимся, увидите пляж. Тут как бы свой пляж маленький. И продается в таком виде, как видите, с мебелью, с сантехникой, с бытовой техникой. Заезжай живой. И ракушку большую нашли, смотрите, какая большая. Огромная. Поставь быстро. Это пина называется. Пина, да? Да. А ее кушают? Да. Пина это. А вы кто? Пиво. Так романтично, посмотрите, прям оливки здесь растут. Ням-ням-ням-ням-ням. Можно и съесть. Видите, какие здесь вежливые греки. Останавливаются, подсказывают, как пройти, проехать. Объясняют, что такое пина. Да. А вот виноград растет. Где? Вот. Поешь? Действительно, очень мило. Пошли, но это чужой виноград, его нельзя есть. А вот еще что-то, может, какие-то соседи? Цветы. Да, соседям все можно. А, ну вот здесь сразу можно купаться. Ой, купаются здесь, оказывается. Посмотри. Здесь еще чище вода. Что с вашей водой? Да. Мы едем в поселок Курфурны, поселок преподавателей. Ну, в общем, в элитном районе. Пойдемте, пойдемте. Сюда. Здесь Анджелина Джоли останавливалась. Анджелина Джоли напротив была. Напротив, напротив, да. И здесь. Но все равно факт в том, что в Греции. Это деревня. Значит, здесь. С Аристотеля института. То есть преподаватели получали здесь участки, потом строили там дома. За 50 тысяч евро. И продавали их потом, продают сейчас уже за миллион. Сначала отдыхали, экологически чистый район, потому что вокруг сосны и море рядом. Контраст. Это невероятный, да, действительно контраст. Мы сейчас поднимаемся смотреть виллу, у которой прям сразу тропинка выходит на пляж. Почти свой. Да, почти Нет, свой. Нет, самое главное, посмотрите, какие высокие мужчины возле меня. Какой вид. Че, Джон, нагнуть? Стоит, сколько вот это место, да, именно вот участок, реально. Вид, запах. Угу. Угу. Классно. Сколько видите, он стоит? 3 200 000 всего лишь. Евро. Евро. Тенге. Не тенге, не тенге, евро. Кириасна. Имаште пану. Водка лучше. Водка меньше. А вы говорите, нету. Смотрите, здесь диван сделан из бетона. А вот есть бинокль. А напротив видно Афон. Если чуть сюда подойти, то с микроскопом. Само гору видно. Не, видно хорошо справа. Видите? А вон, да, Афон реально видно.
Ну, здесь такой вид шикарный, я прям вообще, если честно, при лучшей погоде его видно еще лучше. 22 сотки участок, и на нем можно построить еще столько же жилья. Еще 200 квадратов. 500 квадратов здесь можно строить, а сейчас построено 200. Представляете, эту виллу построили в 80-х годах, когда еще меня даже не было на белом свете. Телек он какой. В конце 70-х аж. Да, то есть этой вилле больше 30 лет. И она такая стильная вообще, и красивая, супер вообще. Кстати, как здесь жили люди 30 лет тому назад, когда только-только все было новое, в таком месте. Преподаватели. Как же они бедные здесь жили. Бедные. Несчастные. Далеко от всех. Такой своеобразный какой-то стиль. Венька, не ботай. Вова очень любит кошек просто. Он такой недовольный. Злой. Ну что ты такой недовольный, а? Ворчун. Хозяйка говорит, что в прошлом году ей давали 55 тысяч евро. 55 тысяч евро. 55 тысяч евро за два месяца аренды. Она отказала. И она отказала. Сейчас выясняем, почему. Вы говорите, что кризис в Греции. Да. Какой? Они не хотят, они сдают. Олигархи. Здесь очень она много. Думала, что в прошлом году еще будет приезжать отдыхать сама, поэтому не хотела сдавать. А в этом году уже поняла, что не будет приезжать, и со следующего года хочет его сдавать. Покупая дом здесь за 3 миллиона, вы еще получаете соседей миллионера. Видите, какие греки. Я обижусь, говорит, если вы не возьмете. Спасибо. Ямос. Вон гора, Афон, прям видишь? А, ну да, вижу, вижу. Я бы с ребенком бы только в Грецию приезжала бы. Мы приехали в такое место, здесь можно и в палатках спать, и снимать апартаменты, и номер. Как называется этот комплекс? Акти? Манасу и Актионеру. От 40 до 75 евро на самом берегу моря. До 110, но это если на 4 человека. Ну да, но обычно на двоих там с ребенком с маленьким. Да, Джон? Давай раздевайся. Хотя вон голые тоже купаются. Какой, смотри, какого цвета вода. Невероятно. Вот про Грецию была другого мнения. Мне казалось, что Греция, оливки там, я не знаю, что еще. Мама Мия фильм. Но не то место, куда бы я захотела поехать с семьей, там, на отдых или с ребенком. Почему-то у всех в мыслях другие страны. Да, там Турция, Дубай, Таиланд, Гуа, Мальдивы, еще там что-то, там Шри-Ланка. Один раз приехать. Чтобы хотеть приезжать и приезжать снова и снова. Вот я теперь хочу 100% приехать сюда с ребенком, отдохнуть. Хочу, чтобы она купалась в этом море, потому что оно идеально чистое. Оно кристально чистое. Вот ради ребенка я бы сюда точно приехала. И ради себя, конечно, но еще ради ребенка. Это лесной вид, в общем. Ставят на аппарат, смотрите. Накрутится, да? И включают аппарат. Центрифуга. Крутится. Мед изнутри клеится на стены аппарата и капает вниз в эту бочку. Да. Он такой вкусный. Он ароматный. Скажи, это сосновый. Капает. Прям орешками. Тогда можно один. Представляете, 2 недели назад это построили. По 142 квадрата каждый. 4 спальни, внизу гостиная с кухней, 2 санузла с душевыми и балконы. И земельные участки по 2,5 сотки вокруг дома. 200 там, тысяч стоит, да? 290. Там будет душ, с левой стороны барбекю. Душ с горячей холодной водой. Ну, можно поторговаться за 200, так говорится, да? Нет, за 200 точно нет. Они, конечно, все закрыты. Вот это там гостиная, сумка, видите, одна спальня здесь, и на втором еще 3 спальни. Видно, что здесь? Нет, видно.
Большие спальни для Греции. Греция обычно чуть меньше. И вот 100 метров моря. Ну да, здесь, наверное, тоже что-то скоро будет. Это делаешь. Скоро тоже будет, да. Мы приехали в Никити, в столицу Сетонии, на набережную. Здесь полно кафешек, как видите, ресторанчики. Очень красиво и мило. С правой стороны за нами марина для яхт, страница Ямка. Бухточка вон, вон там справа. А что здесь зимой происходит? Зимой также люди живут. Здесь 3000 населения зимой в Никити. Но, конечно, летом намного больше. Не все открыто зимой. 3-4 ресторана, которые круглый год работают. 4 больших супермаркета на дороге. Все еще сидеть здесь. И прям на косой. Владимир, может, вам уехать вообще? Мы долго еще выйдем? А то сейчас здесь закат будет. Я могу выйти примерно в 9. Вас устраивает? Или? Окей. Очень нагрели. Это мастелло, сыр на гриле и мармелад с инжира. Мармелад с инжира. Очень вкусно. Это все мне? Я в каждом видео говорю, что очень вкусно готовят. Но на самом деле я не преувеличиваю, как и есть весело.